Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манохар Ванша калпатару ашча кипасинде бевач, патитананг павуне бхавишна вибху намо нама, мукан кароти бачаланг пангунланг хейтгирим, жат кипатам ханг банди параманандамадо, бриндавай тулсиде бой пиявай кисвасач. Шна бхакти паде деви сатта баттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девинг сварасватинг вясам тату жайо мудире Санкетане Кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти йогта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Паривабхагнам Абиштадухам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпад Баллабанаха Чандамани Чатая Бисфуржита кимапигопаводушва дарш, пурнанурагара сусагара сарамурти, сарадхикамай када кипакаруш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитвананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Аджануламбита бхужо канука бодато, санкитанайка питаро камала ятакшо. Вишамбару дижавару джугатхармапалу Банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Раму Рам Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир Джасвача Бхакшаши Джасвасте Деви Самбиди Твам
নৃসিংহমহম ভজে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে। শ্রী চৈতন্য প্রভু বন্দে বালোপীজনগ্রহ তরে নমত গ্রাহ ব্যপ্ত সিদ্ধান্ত সাগরম। শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে বালোপীজনগ্রহ তরে নমত গ্রাহ ব্যপ্ত সিদ্ধান্ত সাগরম। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু ঠাকুর প্রভুপাদ টোল, нет ничего вечного в этом материальном мире, все временно, все, если что-то, кто-то что-то организует в этом мире, то все это временно, нет ничего постоянного, и мы должны готовиться в соответствии со всем этим. И с сегодняшнего дня, если мы имеем вкус к этому материальному миру, и вот, услышав Харикатху, как Парикшит Махарадж, например, когда он услышал Харикатху, он потерял всякий вкус к этому материальному миру, он надоел ему. А если мы все-таки испытываем влечение, вкус к материальному миру, то этот вопрос Бхагавад-бхаджана будет очень далеко от нас. И вот, если мы имеем вкус к материальным наслаждениям этого мира, то как мы можем обрести вкус к Хари-бхаджану? Это невозможно. И вот смотрите, Бхагавад-бхаджан в этом случае будет очень далеко от нас. И с помощью саду-санги, с помощью апракрита шабда брамы, который исходит из их лотосных уст, мы можем попытаться избавиться от материального рабства и начать движение по отношению к Галокадхаме Вриндаваны. И вот моя просьба к вам, не пытайтесь стремиться к полному разрушению. У вас должна быть вера в чистый Гуру Вайшнава. Имейте веру в чистых Гуру Вайшнавов, они несомненно помогут вам. Сдерживайте ваш беспокойный ум. Ваш беспокойный ум, он должен находиться у лотосных стоп чистых Гуру Вайшнавов. Это первое. Пытайтесь контролировать ваш беспокойный ум. И ваш беспокойный ум, он должен приземлиться буквально у лотосных стоп Гуру и Вайшнавов. Это главное. И после этого мы будем думать, что же делать дальше, как совершать баджан. И об этом мы будем думать дальше. Есть много вопросов возникает. Так много вопросов возникает. Приходит из от преданных с различных частей мира. Вот относительно Варнашрама Дхармы кто-то спрашивает, относительно Гуру трансцендентной Гуру Вайшнава Таттвы, о трансцендентных качествах Гуру Вайшнава, о трансцендентном Харинаме, о Дхаме, о подлинной Садусанге, и различные вопросы приходят. И я попытаюсь привести в гармонию все эти вопросы
Я попытаюсь гармонизировать эти вопросы с учением нашей Гудия Гуруварги. И от имени Вишвавайшнава Раджа Сабхи, поскольку сегодня это наша тема, и вот от имени Вишвавайшнава Раджа Сабхи мы попытаемся получить дар милости, с помощью которого мы можем решить любой вопрос, возникающий по отношению к баджану. И вот я попытаюсь сгармонизировать все эти вопросы с учением нашей Гуруварги и от имени Вишвавайшнава Раджа Сабхи, чтобы обрести дар подлинной милости, чтобы найти решение любому вопросу, который возникает в процессе баджана. Это первое. И сейчас и хочу сказать, что Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур достаточно давно, он буквально плакал. Может, 150 лет назад он писал в своих статьях. Махарадж перевел эту книгу практически. И вот сейчас редактирование идет, и вот там Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, что обрести общение с подлинным саду – это очень-очень редко, настолько редко, что я не могу сказать об этом. Но все же, если есть подлинность и если есть искренность и никакого лицемерия в нашем сердце, то тогда… Тогда через Гуру Вайшнавов наша молитва может дойти и прикоснуться к Баладеву, который поможет нам, и мы получим божественную помощь. И если есть потребность, то и будет, и вот как в экономике правило, где спрос, там и предложение рождается. И если у нас есть спрос, то и предложение возникнет. А если у нас нет никакой потребности в обретении апракрита таттва, апракрита крипы, то как можем ожидать что-то? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это очень редко обрести подлинную саду-сангу. И если мы обретаем подлинную саду-сангу, то майя сделает все таким образом, чтобы у нас была возможность неправильно понять этого саду. Как Гуру Кишора Баба, например, Вамши Вадас Бабаджи Махарадж, они действовали так, что обычные люди не могли понять их глубины. И вот суть в том, что Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если какое-то общество состоит из людей в Раджатама, пребывающих в Раджатамагуне, и с такими людьми мы хотим построить какое-то общество, духовную организацию, чтобы какое-то благо обществу принести. Ну, имеется в виду построить матха, в котором, если будут находиться люди под влиянием Раджа и Тамагуны, если позволить им находиться в этой Раджа и Тамагуне, конечно, это может быть хорошо для кого-то, ну, например, для падшего ачарьи, которого недостатки не будут замечать люди, находящиеся в Раджа и Тамагуне. То есть какие-то просто ачарьи пытаются собрать как можно больше саньяси, брамачари и прочих в разных одеждах, просто считают количество, но не качество. И таким образом, если мы хотим поддерживать свою духовную организацию, то мы не можем
ожидать ничего конкретного. Это невозможно. Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы хотим построить какое-то духовное общество на основе тех людей, которые в Раджа Тамагуне находятся, то мы не можем ожидать, что мы сделаем что-то хорошее. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те раджатама, эти люди в гуне страсти невежества, они могут бороться за лабху, пуджу и пратишху. И это будет смешно, с одной стороны. Все новости об этом напишут, что такая ерунда происходит. Но люди могут сказать, что в Гаудимадхе такая борьба происходит, во Вриндаване там намелетали здесь и там. А я скажу, кто сказал вам, вот мы из новостей узнали, но на самом деле в Гаудимадхе нет никакой борьбы внутри Гаудимадха. Никаких проблем не возникает. А те люди, они не внутри Гаудимадхи, поэтому такие проблемы. Такие борющиеся люди, они не находятся никоим образом внутри Гаудимадхи и не знают о бесчисленных сокровищах Гаудимадхи. Это непостижимо для них, они не знают об этом. И поэтому они борются друг с другом, а внутри Гаудимадхи, настоящего Гаудимадхи, нет никакой борьбы. Если у нас будет возможность хотя бы одну ночь провести в Гаудимадхи, то я готов принять пыль с ваших лотосных стоп. И подумайте, насколько высоко и велико находиться в Гаудимадхи. Это значит находиться во Вриндаване, которое описывается в этой шлоке. Шрила Рупа Госвами Пад уже описал это, и Рупа Нуга Варайте Сачитананда Бхактивинода Тхакур и наш Шрила Прабхупад, они тоже указали на все это. И сейчас главный вопрос на основе Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Я хотел говорить. Подробно о Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, и от ее имени я хочу ответить на все ваши вопросы, поскольку это такое служение. Я вот обрел, и вначале я хочу решить эту проблему. Может, завтра я буду более подробно говорить о плане, о программе Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, которая основана Рупой Санатаной. Я более подробно буду говорить в следующие дни, но я хочу сказать о том, что очень важно. И вот сейчас Шрила Рупа Госвами Пад, он пишет в Бхакти Расамрита Синдху. И в других местах он описывает определение бхакти из Нарада Бхакти Сутры, Сандилья Бхакти Сутры. Мы можем очень многое узнать, и действительно это очень болезненно, то, что мы не можем поддерживать Гаудимадхи достойным образом, поддерживать Гаудимадхи. Для этого мы должны зависеть от Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, от нашей предыдущей гурваги, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхардева Госвами Махарадж. Если мы нарушаем эту систему правил и предписаний, то тогда это невозможно поддерживать Гаудимадхи. И таким образом мы не можем вести Гаудимадхи, и люди будут плеваться, видя нас. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если люди видят, что те люди, пребывающие в Раджа Тамагуне и живущие в Гаудимадхе, то посторонние люди, они увидят это и разгневаются, и перестанут нас уважать, так что готовы будут плюнуть нам в лицо. И вот таково положение дела. И как же поддерживать Гаудимадхе? Если я хочу поддерживать Гаудимадхе, то я
должен понять, что какова же программа и действия Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Если каждый участник Гаудия общества, Гаудия Матха, он поймет цель Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, настоящее настроение Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, для чего она была создана и кто может быть участниками этого общества, и как достичь лотосных стоп Прабхупады Госвами, поскольку мы, Гаудии, у нас единственная цель. Мы все хотим достичь лотосных стоп Прабхупады Госвами. Рождение за рождением — это наша величайшая надежда, и мы молимся ради обретения лотосных стоп. Мы молимся лотосным стопам Нитянанды, Гурварги, чтобы они помогли нам достичь лотосных стоп Рупы Госвами. Если мы сможем достичь его лотосных стоп, то мы увидим красоту Рупы Манджари. И в этом случае, если у нас будет возможность увидеть красоту лотосных стоп Рупы Госвами, то тогда, несомненно, мы обнаружим ужасную картину нашего ума, и мы сможем увидеть, сколько грязного в нашем сердце. И как мы можем ожидать увидеть лотосные стопы Рупы Госвами Пада, чтобы чтобы увидеть его лотосные стопы, у нас не должно и благодаря этому все наши проблемы и сомнения, они развеются. И вот сейчас мы видим в обществе можно видеть, какие-то правила, предписания принимают, какие-то законы, но это время от времени они пересматривают, изменяют. Но относительно Сиддханты Вичара, правил и предписаний, относительно баджана, если что-то устанавливается, то это навсегда. И мы не можем это менять. Это неизменно. И вот суть в том, что мы должны зависеть саду гуру вайшнавов. От саду гуру и вайшнавов я говорю о всех шастрах. Можете изучать Рамайну, Бхарату, Махабхарату, то мы там увидим, что великие цари, махараджи, они зависели от милости саду гуру и вайшнавов. Как, поскольку они самосознавшие себя души, они могут вести нас должным образом. И чтобы решить все наши проблемы, даже Рамачандра можно изучить, его жизнь, и Бхагаван Кришна Чандра, он также. Просил совета у Удавы, и Удав, он был лучшим из саду. И таким образом мы должны зависеть от саду, не от какого-то премьер-министра Индии или Америки. Хорошо, они есть, у них своя работа, они действуют в качестве инструментов, но главное, мы должны зависеть от гуру вайшнавов. И тогда мы сможем контролировать и повелевать обществом очень хорошим образом, но не все верят в это. И поэтому так много проблем, тысячи проблем возникают. Чем больше вы, чем больше гармонии с природой будет, если вы не будете как-то нарушать природу, то природа позволит вам совершать харибаджана. Мы выступаем против природы почти всегда, и поэтому так много страдаем.
И вот сейчас мы должны зависеть от Саду Гуру Вайшнава. Но если эти Саду Гуру Вайшнава, они испорчены, то что же делать? Мы должны зависеть, несомненно, от чистых Гуру Вайшнава. А если Саду Гуру Вайшнава, они испорчены, то что делать? Куда же идти? В этом главный вопрос. Весь мир может идти в неправильную сторону. И в этом главная проблема. И вот мы должны зависеть от чистой Гуру Вайшнава. Мы должны следовать их правилам и предписаниям, чтобы обрести осознание. Я буду говорить об этом завтра, но все же я прикоснусь к этой теме. Я вот могу обсуждать эту тему, как развить тонкий даршан, как я могу развить мой такой аккуратный, точный даршан, точное мировоззрение. Шрила Прабхупада говорит, обусловленные души в этом материальном мире, у них есть свой даршан, у них есть какой-то даршан, может, ужасный даршан или прекрасный, как тигры, например, или олени, львы, змеи, у них у всех свое мировоззрение, у них есть глаза, но их даршан очень скверен, поскольку они согласно своим природным инстинктам и прежним действиям, они следуют этим болезненным ситуациям в том или ином рождении, как тигр, шакал, змея или еще кто-то, и у них свой даршан возникает, свое видение. Когда тигр, например, видит нас, то он видит нас просто как свой обед. Но когда я смотрю на вас, я вижу вас как мою мать. Но тигр, если смотрит на вас, он тоже любуется, но с гастрономической точки зрения, но согласно даршану, вы можете получить уважение, и чем больше вы будете аккуратны в вашем даршане, тем больше Сиданты Вичара вы можете обрести, и тем больше почета. Мы, конечно, не стремимся к почету и уважению, но Кришна автоматически будет уважать вас, поскольку вы следуйте всему, всем правилам и предписаниям. И вот весь мир, они хотят быть под контролем Майи. Весь мир, он хочет быть под контролем Майи. Но будьте уверены, я обещаю вам, я хочу быть под руководством Гуру и Вайшнавов. Будьте уверены, что я хочу находиться под руководством Гуру и Вайшнавов. Я хочу всегда, чтобы Гуру и Вайшнавы, они контролировали меня, повелевали мной все время. И автоматически я могу получить ответы на любые вопросы, которые вы спрашиваете у меня. Если я буду письма писать всем, то все время займется, когда найти время для другого служения. И вот я подумал, что лучше устно ответить на все вопросы, которые вы у меня спросили. Один за одним мы будем обсуждать их. И вы, я думаю, получите ответы на все свои вопросы. И вот в начале всего, согласно вашему даршану, Шрила Прабхупад говорит, обусловленные души, у них есть у всех это, точка зрения своя. И вот все изучали в школе тригонометрию, алгебру и прочие науки. И вот суть в том, что все обусловленные души, у них есть точка зрения. Не точка зрения, а такое, как сказать, угол зрения. То есть, согласно своим карме, они видят все в определенной перспективе и в определенном этом
на определенный угол, то есть некоторые видят на 180 градусов, кто-то там на 70 или на 90. И вот пример. Если взять, провести две перпендикулярных линии, то угол между каждой линией получится 90 градусов, а вокруг, соответственно, в сумме все эти углы 360 градусов. Но смотрите, даршан у чистых гуру вайшнавов, они видят даже не на 360 градусов, а на все, а на весь, со всех сторон буквально. Ничто не остается вне их взгляда. И вот чистые гуру вайшнавы, у них такой ясный, четкий даршан, поскольку Парадпа Ракхилешвар Анантаруп Хари, он отдыхает буквально в их сердце. Такие преданные, они всегда хранят Верховного Господа в своем сердце, и их сердце настолько чисто, что у них нету точки зрения или угла зрения, они видят всю полную картину. Много вопросов возникает вот у Шрилы Шанты Госвами Махараджи. Какие-то преданные спросили, что Махарадж, гуру вайшнавы, они антарьями. И Махарадж сказал, да, гуру вайшнавы, они антарьями, но иногда можно видеть, что Шанта Госвами Махарадж, перед Шантой Госвами Махараджей кто-то спросил, какова причина, что мы иногда этого не знаем. Я вынужден был ответить на собрании, достаточно давно было, и вот я ответил, это было на последний день явления, и после этого Махарадж был в состоянии комы, потом ушел из этого мира, и вот по его милости это случилось, и я вынужден был ответить, что смотрите, гуру и вайшнавы, они антарьямы, антарьями они могут осознать, что в нашем сердце, но все же преданные спрашивали, как это возможно, что иногда они не знают. И я спросил, может, вы изучали Шримад Бхагаватам Махапурану? Под руководством чистых гуру вайшнавов можно увидеть, что когда Брахма Махан Лила была, то там в течение года Кришна Бхагаван принял форму пастушков, коров и телят, и в течение года Баладев он не замечал этого, как это возможно, по желанию Кришны. Много раз я говорил, что в этом творении, мы благодарны Баладеву Нитянанде всегда и за все, поскольку Баладев он служит всеми возможными способами, но единственное, что Кришна оставляет за собой, это воля. У Кришны нет ничего, кроме воли. У него есть эта сила воли. Он оставляет ее за собой. И благодаря этой воле Кришна, если и вот если из-за какой-то лилы Кришна перестает информировать Баларама о том, что происходит, он и не узнает об этом. И также это иногда происходит, чтобы подчеркнуть великолепие лилы. Я могу пример привести также. И вот в течение года Баладев, он не знал, что
все эти пастушки, коровы и телята похищены, а вместо них Кришна принял их форму. Баладев, он понял это по желанию Кришны через год, но это не значит, что Баладев не Верховный Господь. Просто для великолепия Лилы это случилось. И вот Баладев можно вспомнить. Я имею в виду Кришна, Баларам и все пастушки, они являли такую лилу. И в этой лиле и вот они играли, в общем, если кто-то проиграл, должен нести победителя на своей спине. И вот Шридам победил, и Шридам сел на Кришну и бил еще его ногами по бокам, чтобы звук такой возникал. И вот Шридам так и играл, бил ногами по Кришне, и звук такой возникал. Это такая игра у него была, и Баладев. Когда он Праламбасур был побежден Баладевом, то Праламбасур, он Баладева нес на своих плечах, и неся, Баладев думал, почему он идет туда, вроде не в ту сторону, почему? И в Бхагаватам говорится, что на какое-то время Баладев, он занервничал и... И вот он испугался, и потом Баладев сказал, что я Баладев, я Анантадев. И он ударил Праламбасура, и голова Праламбасура, упал, в общем. Ударил его по голове, и тот упал. И это произошло только для того, чтобы показать великолепие лилы. И также Гуру Вайшнав, иногда я видел сам, это не... И вот я видел, Гуру Махарадж сидел в комнате и плакал. Кто же? И вот он говорит, что кто-то упал, и вот он знал все, и утром Гуру Махарадж позвал того брамачари, а тот брамачари не мог посмотреть в глаза Гуру Махараджа, и я понял, что случилось. И тогда божество Гирирадж Махарадж в Калькутте, в Бихали, и какой-то глупый пуджари из-за своей беспечности, безалаберности, упала свечка на асану и загорелась одежда Гирираджа, и вот он так вся сгорела. И это утром где-то 5:30 утра позвонили в Матх и сказали вот Шри Пури Госвами Махараджу, что случилось. И вот в то время они попросили меня, чтобы я Гуру Махараджу сразу рассказал об этом случае. Я сказал Гуру Махараджу, что вот случилось такое, но перед этим я был в комнате, и Гуру Махарадж сказал, я думаю... И вот Гуру Махарадж, он чувствовал, что его грудь горит. И он сказал мне, что его грудь горит, а я подумал, почему, может, это не сварение, или от кислотности, или еще чего-то. А потом, когда вот через какое-то время позвонили, сказали, что одежда на Гирираджа сгорела, то я сказал Гуру Махараджу, но Гуру Махарадж он знал раньше. То есть, когда это случилось, он сразу узнал.
И он начал плакать, и он несколько дней постился из-за того, что мы, ну, так служат Гирираджу, его ученики, хотя Нанда и Яшода, они служат Кришне с величайшим вдохновением, величайшей предосторожности, и такой безалаберности, невнимательности не случается. Но иногда, смотрите, случается то, что они не могут знать, и в этом Сиддханта я вынужден был ответить на это. Смотрите, когда Кришна позволяет, чтобы это Гуру Махарадж, и вот когда Кришна, он позволяет, чтобы Гуру Вайшнавы что-то узнали, то они узнают, а если Кришна не хочет, чтобы они узнали, то они, соответственно, не узнают. И вот он говорил, вот как, например, смотрите, он сказал Судаме, что очень голоден, до обеда далеко, и он сказал, что идите, иди. И вот он сказал, чтобы тот пошел и украл жареного гороха, чулы. И потом он сказал, Кришна пошел и пожаловался хозяйке этого места, что это тот его друг ворует. И потом, когда этот его друг пожаловался, что ты мне пошел воровать горох, и тут же пожаловался, что я его ворую, зачем это так делать. А Кришна сказал, что я хотел проверить тебя, насколько ты любишь меня, и будь уверен, если кто-то хочет совершать харибаджан, для них это я говорю, что они не должны жаловаться ни на что. Завтра я буду более подробно говорить об этом. Те, кто хотят совершать харибаджан, они не должны жаловаться ни на что в своей жизни. Если так много жалоб, значит, это показатель того, что они не совершают харибаджан. И это главный признак харибаджана. И вот сейчас суть в том, Гуру Махарадж могут знать, и иногда по воле Кришны они что-то могут не знать. И вот относительно Варнашрама Таттвы кто-то спрашивает. Кто-то вот кому-то очень неудобно, потому что я говорю так жестко, и не все могут поверить моему сердцу. Я говорю так жестко, но я, говоря это, плачу, видя такое состояние, иногда я смеюсь, сказав какие-то такие внешне жесткие вещи. Я должен говорить так, поскольку факты из шастра Сиддханта таковы. И вот относительно Варнашрама Дхармы, почему кому-то неудобно и неприятно. Вот смотрите, Рупа и Санатана, они происходят из Бхарадвадж Готры, высочайшей Готры, и все равно они говорят, что они падшие души, и у них нет права входить в храм Джаганатха, поскольку они вот работали на мусульман. И думаете ли вы, что Харидас Такур или Рупа Санатана недостойны входить в храм Джаганатха? Вы должны понять то, что Верховный Господь, Он поддерживает все эти бесчисленные миры. И если мы сможем следовать всем правилам и предписаниям, которые установлены Кришной, тогда он может, этот мир может существовать очень так гармонично и прекрасно, но это не значит, что Кришна ненавидит Харидас Такура. Если Харидас Такура не заходил в храм Джаганатха, Рупой Санатана тоже, но мы силой хотим войти. Как вот смотрите, Салбек, вы знаете имя Салбега. Салбек, он мусульманин, отец его султаном каким-то был, и вот, он куда-то ехал, заметил какую-то прекрасную браманскую девушку, похитил ее и
уехал, женился на ней впоследствии, и эта женщина родила этого Салбега. Салбег был очень болен, что-то у него... В общем, болел чем-то, и вот его мать поклонялась Господу и сказала, что ты должен пойти к Джаганатху и помолиться ему, и он дарует тебе исцеление. Они жили там недалеко от Пури, не помню точное место, но где-то недалеко, и вот Салбег пошел, хотел зайти в храм Джаганатха, но не пустили его. Он начал плакать, молиться Джаганатху: «О Господь, Твое имя Джаганат. Думаешь ли Ты, что я вне Твоего Джагата, Твоего мира? Если бесчисленные миры, Ты повелитель бесчисленных миров, а я Дживатма, и мне не позволяют войти, то что же делать?» Джаганатх не хотел нарушать правила и предписания, и поэтому Джаганатх сам вышел из своего храма, из Гарбха-мандира, и пришел к воротам, чтобы даровать свой даршан Салбегу. Это место зовется Патитпаван Джаганатхам. И вот там он, этот Патитпаван Джаганатх, он пришел, он сказал: «О, Салбег, ты не можешь зайти, чтобы увидеть меня хорошо. Я могу выйти и показаться тебе. И прийти, чтобы увидеть тебя». Так много случаев. Вот Бонду Маханти также был, из-за него Радха Ятра остановилась, и Джаганатх, он ждал. Почему Джаганатх не двигался дальше, никто не знал, а только для того, чтобы даровать свой даршан тому преданному. Много случаев, и почему вы чувствуете какое-то беспокойство, если какие-то правила и предписания установлены в храме Джаганатха, что они не позволяют нам заходить в храм? Как смотрите, Бхактивинода Тхакур, он вечером он сидел у Бхакти Мандала, у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот Бхактивинода Тхакур каждый день сидел там, совершал киртан с всеми преданными. И Бхактивинода Тхакур, смотрите, в Мукти Мандале никогда не сидел там. Есть Мукти Мандал еще, панды, которые верят в безличного брахмана. Но опять же, в храме мы ничего плохого о храме Джаганатха и пандах не можем говорить. У нас нет такого права говорить что-то вот плохое о пандах Джаганатха, как Рупа и Санатана. Махапрабху спросил: «О, Санатан, я позвал тебя, как же ты шел?» «О, Прабху, я шел по берегу океана, почему не прямо? Это же гораздо быстрее». И вот он сказал, что там эти панды Джаганатха, если я задену их, то они осквернятся и не смогут поклоняться. И вот из-за такого смирения, и у нас нет права. И вот мы не должны их критиковать за то, что они нас не пускают. У Джаганатха свое уникальное настроение, когда Пундарик Виденихи, он вечный спутник Махапрабху, и в то же время Пундарик Виденихи, он Вришабхану Махарадж. И когда Пундарик Виденихи хотел сказать, вот, то есть он был в храме Джаганатха и видел, что эти панды предлагают Джаганатху нестиранную одежду Марвавастра на Бенгале, то есть новую одежду, которую в крахмале даже не постирали, уже предлагают. И он сказал, что подумал, что хотя бы стирали ее, потом предлагали.
Только это он подумал, вроде бы ничего плохого, но Кришна Баларам пришли и ударили его по щекам. С одной стороны Кришна бил, с другой Баларам, и вот их, и на утром были отпечатки их рук, их пальцев, и Пундарик Видьянитхи удивился. В своей жизни никогда я не буду говорить такого. Это уникальное настроение Джаганнатха. Почему Джаганнатх любит их, а не любит нас? И такие вопросы мы не должны спрашивать. Если у нас достаточно любви, если мы сможем заключить Кришну внутри нашего сердца, тогда мы сможем спросить Кришну, почему. Но мы не должны критиковать панд за их, как они едят, как спят, как двигаются и прочее. И, пожалуйста, не спрашивайте меня таких вопросов. И вот относительно Варнашрама Дхармы кому-то очень больно и неудобно, а почему? Хотя в шастра говорится, что вне зависимости от касты и убеждений и происхождения каждый может совершать Кришна Баджан. Почему вы чувствуете какое-то неудобство? Каждый может совершать Хари Баджан, и каждый может обрести Кришну, если они следует Гуру и Вайшнавам, они могут обрести Кришну. Даже я говорил, и вот все могут обрести Кришну. Кришна Баджан, он это наивысший баджан. И самый простой баджан. Действительно так. Если мы можем избавиться от нашего ложного эго, у нас будет возможность встретиться, обрести милость Кришна, Бхакты, Гуранги Махапрабху, Бхакты, то тогда это очень просто. Самый простой способ, самое просто совершать Кришна Баджан. Кали Баджан более сложен, нужно идти на крематории всякие, сидеть на этих, на трупах, там всякие ведьмы и демоны вокруг ходят, сложно все. Вот у нас Свайканас Госвами Махарадж, он ну, раньше занимался этим Кали Баджаном, раньше тантра-мантра занимался, совершенство достигал в них, был очень могуществен, но потом он встретил Шрилу Прабхупаду и стал преданным. И относительно Варнашрамы, организованной Кришной, мы не должны сомневаться в этом. Кришна, он хочет поддерживать все правила и предписания, и в то же самое время внутри его сердца огромная любовь к Гуру и Вайшнавам. Может, они из какой-то низкой или высокой касты происходят, это не столь важно. Кришна, он всегда думает о Саве, которая полна любви. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что нам ничего не нужно, только снеха-сева, огромная любовь к Кришне. Это единственное, что нужно для поклонения Кришне. И вот те гопи, смотрите, они из различных каст, кто-то с низкой, кто-то с высокой. И вот Варнашрама Дхарма, те великие преданные, те,
И вот какие-то преданные сампрадай Рамунджачари, например, глупы, кто-то заявляет, что они браманы или еще кто-то. И я могу различные примеры показать, что какие-то из какие-то преданные с низких каст, но Рамунджачари хотел служить им, хотел принять остатки их пищи. Я говорил много уже о Сиддханте Рамануджачари. Но все же они не верят, что бхакта – это бхакта. Преданные – это чистые преданные – это вайкунтхавасту. И сейчас я могу другой пример привести. Несколько месяцев назад я говорил, вот Джару Такур и Калидас. Калидас, он дядя Рагунатха Даса Госвами. Он хотел принять остатки пищи Джару Такура, а Джару Такур с низкой касты, он не давал остатки своей пищи никому. Даже он хотел накормить его, но из-за того, что он из низкой касты, он сказал, я не могу готовить для вас, но я могу дать вам эти сырые продукты и позвать брахмана, чтобы приготовили. А Калидас сказал, что я не голоден, я уже поел, я пришел сюда, чтобы получить даршан ваших лотосных стоп, поэтому не беспокойтесь. И вот потом, когда они поговорили, Калидас, он дал ему корзину спелого манго и сказал, что я ухожу, но просьба, вы должны предложить это манго Кришне и принять его. Это манго очень спелое, долго лежать не будет. И Джару Такур, когда он ушел, тот предложил Кришне и начали есть это манго, а семена и кожуру выкидывали в корзину снаружи, в мусорный бак имеется в виду. И Калидас, он брал эти семена и кожуру манго и доедал их. И вот вопрос к вам. Кто-то спорит, почему нас не пускают на кухню или еще куда-то, хотя смотрите. Калидас, смотрите, который принимал учиштху Джару Такуру, если такая остатки пищи. То есть, смотрите, если этот Калидас, он ел остатки пищи Джару Такура, но не мог есть то, что он готовит. То есть, смотрите, Джару Такур, он очень чистым, мы можем все принимать то, что он готовит. И даже если мы получим пыль своего лотосных стоп, это будет величайшая удача и для нас. Но все же Махапрабху, он не хотел нарушать социальные уклады и обычаи. Смотрите, хотя он ел учиштху, остатки его пищи, с мусорки, но не мог есть то, что он готовит. Из-за социальных этих ограничений. Хотя он мог сказать, что ты можешь приготовить для меня, не проблема. И смотрите, если Кришна любит нас сердце, то вне внешние какие-то вещи происходят, что нас там не пускают на кухню или в храм Джаганатха, то какое дело нам до этого, если нас Кришна все равно любит сердцем? И вот вопрос опять. Как поддерживать чистоту относительно Боги, в смысле, по отношению к Господу? Я уже сказал, чем больше вы поддерживаете чистоту ума и тела, тем больше вы обретаете силу в баджане, но когда вы утвердились в Рагануга баджане полностью, тут тогда эта система бесполезна становится, но вначале всего вы должны следовать. И вот в храме Джаганатха эти панды Джаганатха готовят
и завязывают нос каким-то платком, чтобы аромат того, что они готовят, не вдыхать. Поскольку вот сейчас так говорится, что запах, если запах параманы там, или пушпаны, или еще какого-либо предмета для подношения Господу, если кто-то вдохнет, ну, какая-то там собака, мимо кто проходит, то это уже считается оскверненным и недостойно быть поднесенным Джаганнатху. Вот когда Махарадж был этим командиром Матха, настоятелем инчаржем, то установил такие строгие правила и предписания, что, например, никто не может знать, что и как готовится для Господа, только тогда, когда поднесут Господу, тогда уже можно там раздавать, аромат вдыхать и все остальное. А перед тем, как Кришне что-то не поднесено, этого никто не должен видеть, нюхать. И хорошо, если вы вот поститесь и готовите, или если вы слишком нетерпеливы, не можете долго терпеть, по крайней мере, можете поесть фруктов каких-то и так и готовить. Но готовить на полный желудок как бы нехорошо. И также нужно ачаман совершать. Когда вы ани повторяете, когда прикасаетесь к вьясасане, я вот очень боюсь, если вьясасана как-то прямо или кустно осквернится, поскольку эта вьясасана, она более чиста, чем моя пуза асана. И поскольку вьясасана, она дарует силу, если она будет осквернена, то я потеряю связь. И так осознанно или неосознанно, если она оскверняется, поэтому нужно быть очень осторожными. И если мы можем поддерживать чистоту, это очень хорошо, если не можете, тоже хорошо. Что же делать, кто вас будет заставлять, можете сами следовать своим привычкам. Ну, вы спросили меня, поэтому я отвечаю. И вот Махапрабху уже сказал, что я приму подношение с рук миллионера лакшапатия, ну, имеется в виду тот, кто повторяет лак харинама, что вот что хотел сказать Махапрабху, то есть он примет подношение с тех, кто повторяет 100 000 святых имен осторожно, внимательно. И вот те, кто, и вот Махапрабху сказал, что а тех, кто не повторяет лакхаринама, я не буду принимать никаких подношений. Но смотрите, опять же, это не значит, что Радхарани должна сначала лакхаринама повторять, потом что-то готовить. Нет, Радхарани, она круглосуточно повторяет имя Кришны, ей не нужно аник повторять, следовать Экадаши и всему остальному. Но это Радхарани, когда она приходит в форме Гададхара, или в форме Гуранги Махапрабху, то она уже следует Экадаши и всем остальным правилам приписания. Смотрите, как Рупа Госвами Пад, когда он в форме Рупа Манджари, то он не следует. Но когда он приходит в этот мир в форме Рупа Госвами, то он всему идеально следует. И таким образом мы должны предлагать Богу подношение. Если мы можем поддерживать чистоту, это очень хорошо. Шридхардев Госвами Махарадж говорил, что сейчас вот каких-то новых преданных в храм и на кухню запускать не нужно. Пускай сначала они научатся поддерживать чистоту и все остальное, и потом можно будет. И вот смотрите, в храме Джаганнатха панды, они следуют вот так, предлагают Богу. Йога говорил, как в Раджавасе, они имеют огромную любовь к Кришне. У них естественная, спонтанная любовь к Кришне, не искусственная. И вот
На Сурья-кунде, на Даграме я видел, в Раджавасе они имеют огромную любовь к Кришне, они готовят чапати. Вот в Нандаграме можно сейчас видеть и вот в Раджавасе, и вот они так готовят чапати, и говорят, они кладут ги или масло и говорят: «О, Кришна, ешь!» и кидают ему. И, конечно, вынужден принять, но когда мы повторяем мантры и все остальное, Кришна все равно недоволен. А почему так? И вот таким образом, почему Кришна или Джаганнатх принимает подношение, и как панды могут относиться так к Джаганнатху, у нас не должно быть таких мыслей. И другое, во Вриндаване спор был, когда мы предлагаем подношение, и вот я отвечаю от лица Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, я математически могу это доказать. И вот мы должны понять, в этой шат-сандарбхе написано Джива Госвами Падам. И вот от лица Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, чтобы избавить нас от всех сомнений, я вот в дальнейшем буду говорить об этом. И вот сейчас во Вридаване также, когда мы предлагаем что-то Гурудеву, вот они спрашивают меня, с Туласи нужно предлагать Гурудеву или нет? Кто-то говорит: нет, не нужно, это ложная вся борьба. Почему мы думаем о таких мелких вещах? А почему мелких? Да, это такие незначительные вещи, смотрите, поскольку вы, если что-то предлагаете Гурудеву, то будьте уверены, что Гурудев это все предложит Кришне. И тогда после этого Гурудев примет. И если вы предложите Туласи, это хорошо, поскольку Гурудев предложит Кришне, поскольку Гурудев не ест ничего, кроме прасада. И если вы Кришне предложите, потом Гуранге Махапрабху, потом Гурварге, это тоже хорошо. Мы узнали это от Адвайта Гасая. И вот Читание Бхагавати это описывает, что Адвайта Гасая готовил, потом Кришне предлагал, потом Гурварге. И вот почему вы много думаете о таких не столь значительных вещах. И вот мы, хотя знаем, что Махапрабху, Верховный Господь Парад Паракилешвар, он все равно пришел сюда, чтобы своим примером показать, как совершать баджан. Читание Махапрабху, он показывает, что нужно делать, что не нужно. Чистые преданные, когда они куда-либо смотрят, не важно, все, что они делают, все их действия, это преданность бхакти. А хотя мы например, спим, это не бхакти, хотя в жизни Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа мы видели, что его сон – это тоже часть преданного служения. И вот мы должны понять, как связать все явления нашей жизни с Кришна Бхаджаном. И когда мы это поймем, тогда все сомнения, они уйдут. И вот, если мы сможем предлагать Кришне Гуранге, это хорошо. Или если вы три различных тарелки подносите, одну тарелку Радха Говинде, вторую Гуранге, третью Гуру, тоже можно так делать. Не столь важно. И вот какие-то преданные спрашивают много вопросов, и первое, с великой заботой, с великой любовью мы должны воспевать Лакхаринама с самого утра.
И вот, если мы... если мы следуем Гуру и Вайшнавам, то это очень благоприятно. Я вот очень строг, но внутри сердца я имею огромную любовь к вам. Но вы не можете видеть, поскольку вы слепы. Я очень строг, не могу идти ни на какие компромиссы с вами, но поверьте, я молюсь всегда Верховному Господу, чтобы вы могли совершать баджан. Мы приехали издалека. Я был с... кто-то с бедной семьи, кто-то с богатой происходит, кто-то оставляет свою страну и все остальное, чтобы совершать баджан. Я молюсь Господу, чтобы Он помог нам. Это моя просьба лотосным стопам Нитьянанды. И также много раз я говорил, что Джагадананда Пандит, вечный спутник Гуранги Махапрабху, говорит: что это значит? Внешне, если мы носим тилак, туласи малу, шафрановую одежду или саньяси одежду, но Джагадананда Пандит говорит, что кто-то на показ это делает, и оно, Гуранга Махапрабху, находится в нашем сердце, он может арестовать нас, если мы делаем всякую ерунду. И вот Джагадананда Пандит говорит, что Джагадананда Пандит говорит, если мы примем какую-то одежду саньяси или брамачари, то на показ, а если мы сердцем не следуем Гуранги Махапрабху, его этикету, правилам и предписаниям, то что я могу сделать? И что это значит, что если мы сможем принять Ачарону, Сиданту и все остальное, весь пример Гуранги Махапрабху, тогда мы сможем получить результат. А что за результат? Это према. И вот Гора Ачар, Гора Вичар, если мы сможем принять в вашей жизни, я знаю, что это очень тяжело, я не могу позволить никакому саньяси вот, мазаться маслом, например, я сам этим не занимаюсь, но какие-то брамачари больны, например, или саньяси, то в этом случае, как на случае в качестве лекарства, то можно, но сердцем я не позволяю этого. И вот вашу духовную жизнь, когда вы начинаете, вы должны прекратить спорить и видеть все в... Вы должны видеть, смотреть на все через призму преданности. А те саду, они всегда следуют Шри Чайтанья Махапрабху строго, полностью. Если какое-то отклонение, то они буквально плачут. Только самосознавшая себя душа саду, они могут показать нам путь, как путь, как избавиться от ловушки Майи. И вот мы находимся в океане материальных страданий, и мы должны прекратить спорить, бороться и видеть все через призму преданности, и тогда мы получим ответ на все вопросы, я уверен. Так тогда мы получим божественную помощь. И вот таким образом я отвечу
Джагат Ананда Пандит говорит, что если мы сможем принять правила и предписания Гуранги Махапрабху, та причина, по которой Махапрабху пришел в этот материальный мир, если мы поймем, по милости Гуру Вайшнавов, тогда мы сможем получить результат, имеется в виду, мы достигнем успеха в своем баджане и обретем Кришна Прему, иначе как мы можем ожидать? И вот когда я говорю что-то, то, что я слышал от Гуранги Махапрабху, от Нитянанды, от Гурварги, и вы не верите в это, и я не хочу вас огорчить, поверьте, я не хочу вас обескураживать, и кто-то может сказать, что я хочу кого-то обескуражить, но нет. То, что вы предлагаете Кришне, если вы не верите, что это стало прасадом, то как же вы тогда получите вдохновение? Мы должны молиться лотосным стопам Гуранги Нитянанды, Гурварге. Вот как в этом киртане. О Господь, если ты хочешь попытаться найти какие-то хорошие качества во мне, то или какие-то достоинства, то ты такого не найдешь. Лучше пролей на меня свою беспричинную милость. Но это не значит, что я хочу говорить что-то негативное. Это естественно. Как смотрите, основа майвады – это неверие в Верховного Господа, в вечное существование Гуру Вайшнава, в прасада. И это основа майвады. Хотя внешние эти майвади могут какое-то такое экстраординарное служение какое-то показывать, но это слово «сева» к ним неприменимо вообще. Слово «сева», но не везде применимо. Я не хотел вас как-то обескураживать. Я могу вдохновить вас, чтобы мы молились Гурварге, что мы готовим, вот предлагаем это все Кришне, и о Кришна, прими то, что мы подносим тебе, и ты по своей милости можешь принять наше подношение. У нас уже есть наставление Кришны, что Кришна вот не ест бананы или шкуру бананов, а Кришна принимает чувства, ту любовь в нашем сердце. Кришна, он принимает именно это. Перед вот Видурой он сказал, и почему мы не получаем вдохновение, если мы любим Кришну, Гуру Вайшнавов, это значит, что у нас есть какое-то нечто негативное в нашем сердце. Я говорю о Сиддханте, когда мы принимаем прасад каждый день, но если нет улучшений, прогресса, то что за прасад это получается? Хотя вот в этой шлоке говорится, что благодаря принятию прасада мы можем победить майю. И вот прасада савакритахой сакола промпачинджой. И вот если мы сможем победить, если мы не можем победить майю, то как мы можем осознать величие и милость прасада? И вот каждый день после поклонения и все пуджи арчаны, вот Гуру Махарадж, он всегда, каждый день он принимал Махапрасад Джаганатха в виде какой-то рисинки или еще такого небольшого количества. И вот Гуру Махарадж всегда, даже перед тем, как попить воды, он принимал Джаганатха Махапрасад. Но имеется в виду после того, как всю садану закончить.
И это каждый день без перерыва, кроме Экадыши, он каждый день принимал Махапрасад. И у нас должна быть вера, то, что мы предлагаем Кришне, Кришна принимает. И вот Джагадананда Пандит говорит таким образом, что если мы примем все правила и предписания, указанные Шри Чайтанья Махапрабху, и как мы видим, Адвайта Гасай Нитьянанда и все остальные, Шивананда Сен, они все этому следуют, и в этом случае Кришна Бхагаван не сможет избежать нас, хотя мы падшие души, но все же Кришна не сможет избежать нас. И также, что значит прасад? Это очень глубокая тема. Что значит прасад? Прасадом, значит, кто-то думает, что это рис, овощи, дал, но мы забываем. Прасадом, значит, милость. Прасадом, значит, ануграха. Прасадом, значит, ануграха, милость. И чистые гуру вайшнавы, у них есть право делать эти две вещи, ниграха и ануграха. Они могут как наказать нас, так и пролить на нас свою милость, как вот упомание был наказан, или Ягьявалка был наказан своим Гурудевом. И ты узнал все от меня, я хочу забрать все назад, отдавай и Ягьявалка. Он, вот Гурудев был очень гневен на Ягьявалку, и этот Ягьявалка все равно продолжил поклоняться Гурудеву, чтобы тот был доволен им, а потом начал поклоняться Сурьядеву, и Сурьядев вынужден был прийти, и от Сурьядева Ягьявалка попросил Сурьядева то, что нет в этом материальном мире, то знание дай мне, то знание Упанишад, которого нет в этом материальном мире, Шукла Яджурведа. И вот Сурьядев начал говорить, Ягьявалка это слушал, и вот можно увидеть, что Гуру Вайшнава не могут наказать нас как-то, и в шастрах также говорится, если Гурудев наказывает нас, выгоняет откуда-то, например, то у нас нет права спорить с ним. У нас нет права делать что-либо против Гурудева. И вот смотрите, если вы сможете следовать всем правилам и предписаниям, тогда вы получите результат. И вот сейчас суть в том, что Махапрабху говорил. Я завтра буду также говорить на эту тему более подробно, чтобы не было никакого промежутка, чтобы Майя могла войти и создать неверие в нашем сердце. И вот Махапрабху говорит очень строго. Те, кто пришли из западного мира, обычно они не знают, как себя вести. Но Махапрабху никогда нас прямо не ругает. Махапрабху говорит, вот в Шри Чайтанья Чаритамрите, что эти западные люди, ну, можно даже в Индии посмотреть, какой-нибудь Панджаб, там люди, например, не понимают, что такое учишься, что нет, поскольку там Пакистан рядом одной страной было, и забыли все ведические правила и предписания. И вот Махапрабху говорит, то есть чем западнее продвигаться, тем можно видеть, что люди меньше следуют. Не все, конечно, кто-то следует, но в большинстве нет.
Но Махапрабху говорит, что не, на, не в Европе, а на Западе. То есть, ну, от западнее Западной Бенгалии, там, ну, в общем, в ту сторону. Но мы не должны гневаться, мы должны изучать и следовать всему, и не позволять, чтобы ложное эго, оно обмануло нас. А избавиться от ложного эго не так просто. И много раз я говорил об этой шлоке достаточно давно, и другое. И вот Махапрабху говорит. Если какие-то материалисты организуют просад, Махапрабху говорит, это раджас нимантон, раджа гуня. И те, кто организует бандару, и те, кто принимает просад на этой бандаре, ну, на этом пире, и сознание их опускается. Дата бхокта убхайр молин хай мон. Мапо спики. Бишвайр мон, бишвайр анно хайле молин хай мон. Молин монете нахай кришне сварам. И вот Махапрабху говорит, что если мы будем есть еду, которую организовали какие-то вишвы, эти наслаждения, то мы потеряем наше сознание и не сможем развить наше сознание. Первое. Махапрабху уже сказал, он уже, он знает, что преданные не принимают ничего, кроме просады. И вопрос, Махапрабху уже знает, что преданные ничего, кроме просады, не принимают. И почему Махапрабху говорит так? Еще. Хотя, вот смотрите, он уже знает, что преданные ничего, кроме Махапрасада, не принимают. И Махапрабху вот еще говорит, что не каждый просад еще можно есть. Но имеется в виду, есть-то можно, но последствия разные. Сегодня я кратко расскажу, а завтра более подробно. Смотрите, как Гуру Вайшнавы, они явились в этом материальном мире. Внешне можно видеть, они в материальном теле находятся, их тело из крови и плоти. Кто-то в высокой семье родился, кто-то в низкой. И также Махапрасадам, когда он приходит в этот материальный мир, у него, он тоже может оставлять за собой право быть неправильно понятым. Если я спрошу вас, вот у вас может диабет какой-то может быть. Если вас накормить слишком сладкой параманой, предложенной Джаганатху, то спросим, почему он отказывается, тот пояснит, что диабет у него, а с другой стороны, это парамана, прасад Джаганатха, и что плохого в этом? Это Джаганатх Прасад трансцендентен, он все Махапрасад, то, что предложено Джаганатху, но все же в этом материальном мире Махапрасад, он как-то влиять на нас может и может нас напугать, и поэтому запрещается вот Шрадха Анна, ну то, что на поминках предлагается и раздается. И вот. И вот сейчас я еще хочу обсудить одну тему. Один преданный спрашивал, если какой-то преданный умирает вне дхаммы, то какая разница, в дхамме или вне дхаммы он умрет? Или обычные люди в дхамме, если умирают, то какую-то сукрити они обретают, или бхакти, или еще что-то. И вот первое, те чистые гуру вайшнавы, они всегда в дхамме находятся. Всегда. Шрила Прабхупад, он жил в
Калькутте, но он был в Гаме. Я могу показать, Шрила Прабхупад, где оставил тело в Гаудия-матхе, но он оставил тело во Вриндаване, и противоречия возникают. Те, кто оставляют тело в Даме, как результат может быть, или обычные люди, которые в Даме оставляют тело, они в Сукрите получают. Рупа Госвами Пад говорит с полной верой. И вот и Джива Госвами Пад также аргумент приводит в Ганге. Рыбы и черепахи, они тоже живут, омовение принимают, даже больше всегда в Ганге живут, пьют эту воду Ганги, в ней находятся, и Рупа Госвами говорит, если с полной верой вы примете омовение в Ганге, то это будет очень благоприятно, поскольку, смотрите, чем больше вы имеете веру в Гангу, чем больше ваше сознание, тем больше блага вы получите. Шрила Бхактивинода Тхакур там в Дам Парикраме описывает, что много можно видеть, много всяких людей открывают гостиницы, всякие отели. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что такие люди не в Даме живут, а в сети Майя. Под покрытием Майя они находятся, и у них нет связи никакой с Дамой, и те чистые преданные, они в уме всегда находятся в Даме, и поэтому не столь важно, где они ставят тело, в Америке или в Калькутте, или в Майпуре, или во Вриндаване, это не столь важно для чистых преданных. Где бы они не оставили тело, они везде благо обретут. Иногда можно в шастрах видеть, что в каких-то пуранах вот говорится «Каши Маранатх Мукти», что если мы умрем в Каши, в Варанаси, мы сможем обрести Мукти. Джива Госвами Пад дает такое объяснение, да, в Варанаси, если обычные люди умирают, то все же это обещание Вишванатха, он может произнести Тара Брахма мантру. Но после этого какой-то сукрити такие люди могут обрести, Джива Госвами Пад говорит, они обретут мукти, но постепенно мукти, а не сразу, крама мукти. То есть они не сразу станут освобожденными, а возможность получить освобождение получат. Но чистые преданные, если они оставляют где-то свое тело, то, естественно, он находится во Вриндаване, а не в Варанаси, и, соответственно, получит великолепный результат. И в Варахапуране, например, я читал вот об этом о Шукаракшетре, и там говорилось, если мы умираем в Гае, в Вишну-кшетре, Гая-даме, поскольку Вишну, он обещает те, кто в Гае умирают в любом месте на земле, а в Варанаси, если мы умрем в воде, или в воде, на земле также мы обретем освобождение. И вот, в общем, если мы там умрем в земле, на земле, в воде или в пространстве, в этой в Шукаракшетре, то мы обретем благо. А что говорить о Пурушоттам Кшетре, о Навадвип Дхаме, о Вриндаване? Иногда какие-то преданные, они хотят оставить тело в каком-то определенном месте, но если из Бхагаватам свидетельство привести, как Питамаха Бишма, он великий преданный, один из 12 Махаджан, и думаете ли вы, что Питамаха Бишма, ему нужно было ждать определенного момента у Тарайны, чтобы
оставить тело, это считается благоприятное время. Но ради этого ли он ждал? И в Бхагаватам также нужно понять сокровенную суть. Бхагаватам не внешняя, и говорится, и что Питамаха Бишма ждал Уттарайны, но Питамаха Бишма, он великий преданный, он один из 12 махаджан. Ему не нужно ждать, когда взойдет эта звезда, может в любое время оставить тело, но это просто такая лила. И вот Питамаха Бишма ждал, чтобы получить даршан Господа. Только ради этого он ждал. И вот какие-то преданные во Вриндаване, они тоже объясняют. И вот мы знаем, что Господь, чтобы защитить Парикшит Махараджа, он вошел в чрево Уттары, она великая преданная. Бхакти Уттары, она более... Больше, чем Бхакти Кунти Деви, как я этому говорю, но я объясню. Бхакти Уттары, оно больше, чем Бхакти Уттары, и больше, чем Драупади. Поскольку Кунти Деви, смотрите, когда Душасана оскорбил ее и хотел раздеть перед всем собранием Драупади, она... Думала, может быть, Бишма защитит меня, или... И когда Бишма ничего не сказал, она подумала, может, Дхритараштра скажет что-то против этого. Он тоже ничего не сказал, может быть, Юдхиштхира. Или еще кто-то. И после этого, когда никто ничего не сделал, Драупади Кришне обратилась в самую последнюю очередь: «О, Кришна, спаси меня!» И когда Драупади потом возмущалась, почему тот Кришна сразу не пришел, а он сказал, что ты меня позвала самым последним, вот я и пришел. Когда ты меня позвала, ты меня не звала, и на утро, смотрите, когда проблема возникла, она сразу начала Кришну звать, самым первым. Уттара не пыталась принять прибежище у кого-то иного, кроме Кришны. И Кунти Деви также, она великая преданная, несомненно, и Драупади тоже преданная, но это Кришна говорит, что она его друг. И вот, но Драупади, смотрите, она одной рукой Кришну позвала даже, а точнее Уттара. А Уттара, она сначала, в начале всего, и вот поэтому она более великая, преданная, и поэтому вот, и вот этому Бишме не нужно было ждать восхода этой Уттара, звезды Уттары. Но все же мы видим, он ждал. И Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакура, они все оставляют, когда и как они оставляют тело. Может чистый преданный оставить тело в любое время и в любом месте, и они обретут великолепный результат. Но обычные люди, если оставят тело в Дхамме, они сукрити какую-то обретут, но если никаких оскорблений и грехов не совершали в Дхамме, а если занимались всякой ерундой, то как можно ожидать, что они какой-то сукрити получат? И вот Джива Госвами Пад пишет, что рыба и крокодилы, и эти черепахи могут жить в Ганге. Но мы, если мы с верой принимаем омовение в Ганге, то получаем больше блага, чем просто те, кто там живут. Ну, имеется в виду всякие рыбы без всякой веры. Гуру Вайшнава, они всегда думают о своем служении. И если ради служения они
отправились в Калькутту и там оставили тело, то не видят в этом никакой проблемы. И вот Шрила Прабхупад говорил, если мы совершаем баджан в дхаме и оставим здесь тело, это, конечно, очень-очень благоприятно. Аджамил, он благодаря сатсанге спас его, смотрите, когда Вишнудуты, они спорили с Ямадутами, они сказали, что он обрел достаточно сатсанги, и он был очень в таком сложном критическом положении, и поэтому был очень внимателен. И поэтому Шукадев Госвами сказал Парикшиту, чтобы тот внимательно слушал и не забывал, что может умереть в любой момент, и поэтому Парикшит Махарадж по указанию Гурдева, он думал, что он может умереть в любой момент, и очень внимательно слушал. Итак, в любое время мы можем оставить свое, то есть мы должны быть готовы, что в любой момент мы можем оставить свое тело. И смотрите, Аджамил тоже в даме был, а как это возможно, когда и в чем Сиданта? Благодаря идеальной сатсанге Вишнудуты, когда они говорили Сиданту Ямадутам, это была настоящая сатсанга, которую обрел Аджамил. И благодаря этой сатсанге, когда они ушли, Вишнудуты Ямадуты, он обрел свое сознание, он решил отправиться в Гангакшетру, в Харидвар. Он совершал там баджан и там после этого оставил тело. Не сразу, смотрите, а потом баджан совершал, и после этого он возродил свое сознание, решил отправиться в Харидвар и начал совершать баджан там и оставил свое тело. И если мы живем в даме, занимаемся всякой ересью, то что мы можем ожидать, если только оскорбление совершаем? И вот если мы совершаем оскорбление, то вряд ли мы можем что-то ожидать. И также я хочу спросить у вас, это не аргумент, а такая сиданта, когда Бхагират Махарадж позвал Гангу в этот материальный мир. Гангамата, она, это вода, омывшая лотосные стопы Вишну, и у нас нет сомнения. Ганга, когда пришла, она спросила Бхагиратха: «О Бхагиратх, кто может потерпеть мою силу? Найди такого». И после этого я пришла в этот материальный мир, и все грешники, они будут принимать омовение во мне, все грехи в меня погружать, и я могу потерять свою чистоту, кто же очистит меня. И вот и по отношению к Махапрасаду я тоже могу сказать об этом, но это завтрашняя тема. Я буду говорить о Махапрасаде, как это возможно, что это Вайкунхаваство, но как возможно, что Махапрасад негативные вещи какие-то может принести. И о Санкиртане также, если чистые преданные, они участвуют в Нагар Санкиртане. Нагар Санкиртана, она очень хороша, но если чистые преданные там участвуют, то вопрос, как мы, сколько, если вайшнавы дают нам указания что-то делать, то они возможность это делать, они также предоставляют. И вот и все эти вещи я буду завтра обсуждать. И на сегодня конец.
Пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам. Ванчакалпа дошти ке басинде бхавича, патитанам павана бхавишне бхью намо.